Так, ребят, всем привет. Давайте познакомимся. Меня зовут Сергей, я с Краснодарского края. И сейчас я вам расскажу немножко о себе, а в дальнейшем уже расскажу о компании, о проекте, о сообществе, в котором мы сейчас находимся. Зарабатываем. Я проживаю в Краснодарском крае, развиваюсь в интернете больше 3 лет уже. Результаты были разные. Были в компаниях результаты небольшие. Но потом со временем мой опыт работы увеличился, и я стал зарабатывать здесь хорошие деньги. И буквально недавно, совсем 14 числа, мы рассмотрели данное сообщество, где можно за короткий срок заработать несколько биткоинов. Начнем с того, что проект, о котором сейчас говорю, он начал свое существование 30 марта. Технически и основатель, человек, который создал, он является и технической частью, Юрий Орешин. У Юрия были до этого другие проекты, боты, он сам создавал этих ботов и решил создать такое сообщество, где можно за короткий срок научиться зарабатывать биткоин. Кто не знает, что такое биткоин, это такая валюта, которая продается сейчас на рынке, она волатильна и у нее хороший рост идет. Юрий создал 30 марта данный проект, но самое основное, что началось, это где-то в июне месяце. Уже не только как техническая часть, но и большой поток партнеров начал приходить в данное сообщество и начал зарабатывать деньги. Я хочу в первую очередь поздравить Ирину Липатову, это человечек, который буквально за 13 дней закрыл все площадки данного сообщества. Она заработала больше 3 миллионов. Это офигеть какой результат, ребят. И сейчас я вам покажу маркетинг, как можно с 50 чар, одна, это 1/100 биткоина. Как можно с 50 чар сделать несколько битков? Само сообщество, сам маркетинг состоит из 4 уровней. Медный, серебряный, золотой и платиновый. Мы приходим. Так как это матрица, и здесь идет перераспределение денежных средств, мы приходим, приобретаем себе место. Выбираем сами. Медный, серебряный, золотой, платиновый. Но мы начинаем все с медного, так как это движение дает очень большое, и скорость продвижения у партнеров просто колоссальная. Вы пришли, приобрели бизнес-место 50 чар. Это на сегодняшний день порядка где-то 1300-1400 рублей. И расширяете клиентскую сеть, приглашаете 2 партнера. Вы пригласили первого партнера, который также стал партнером в компании, в сообществе за 50 чар, и второго партнера. В сумме накопилось 100 чар, и вы автоматически попали во 2-й уровень или матрицу. Для того, чтобы вам дальше развиваться, ваши партнеры также, чтобы зарабатывать здесь, они приглашают 2 активных ребят, каждый, и попадают вниз, это не делящаяся матрица. При заполнении левой и правой стороны 50-50 – это 100 чар, также приходит левое плечо 50-50. 100 чар, правое плечо, вы накапливаете 200. И автоматически переходите в 3-й уровень. Вот смотрите, всего 6 человек, вы уже в 3-м уровне. Дальше. При заполнении первой ножки в 3-м уровне, 200 чар автоматически идут вам на выплату. Правая ножка закрывается. Вторые 200 чар распределяются следующим образом. 150 чар идет вам на выплату. И 50 чар идет вашему наставнику. Заметьте, здесь, в этом медном уровне, нет уклона. Для того, чтобы вам двигаться дальше здесь, при закрытии вот этих 350, мы покупаем опять в первом уровне в помощь команде еще по 1 клону. У вас остается 300 чар. И вы открываете серебряный уровень. Поздравляю тебя с рефералкой. Только что твой личный конфиденциал заработал 4500. У нас человек на золото зашел. А кто конфиденциал? А с какой рефералкой? Тебе 1000 чар прилетело, мне 500. А кто конфиденциал, я не знаю. Ладно, давай потом разберемся. Я сейчас потеряю мысль. Это, конечно, офигенно. Я поздравляю этого человека. И по поводу этих конфиденциалов все потом расскажу, что здесь это делать не нужно, потому что мы потом не знаем, мучаемся,
Кто же получил эту выплату шикарную? Ну, найдем. Так, дальше. 350 чар. 50 вы ставите себе, опять же, клона. И за 300 вы приобретаете себе серебряный уровень. Скажу, почему мы так делаем. Потому как вы зайдете, 50 вы умножаете на 7. У вас 350 с медного уровня. 50 вы оставляете, 300 у вас остается. 300 это, ну, порядка где-то 8 тысяч. Мы сюда пришли, еще раз повторюсь, за 8 тысячами. Мы сюда пришли за большими деньгами. Вот мы берем 300 этих чар и приобретаем место себе в серебряном уровне. При закрытии левого плеча 300 и правого 300 в сумме накапливается 600. 600 вы попадаете во второй уровень. Как только у вас закрывается во второй матрице первая ножка за 600, она накапливается. И как только закрывается правая ножка за 600, вы перелетаете на третий уровень за 1200. Опять же, такая же самая система. 6 человек, и вы на третьем уровне. Это скорость. Как только у вас в серебряном уровне, в третьей матрице, приходит одно место, закрывается за 1200, система автоматически деньги распределяет следующим образом. 900 чар идет вам на выплату, и один клон идет в помощь вашей системе. В первую матрицу. Вторые 1200 распределяются. Правое плечо 900 чар. И 300 чар идет рефералка вашему наставнику. Итого получается, при прохождении здесь с 300 до третьей матрицы закрытия, вы умножаете свои деньги в 6 раз. У вас сумма накапливается 1800. 300 чар вы выводите и покупаете золотой уровень за 1500. Все делают то же самое ваши партнеры. Они двигаются за вами, создавая вот эту систему, машину денежную. При закрытии левого плеча 1500 и правого плеча 1500 сумма накопилась 3000. И вы автоматом улетаете во второй уровень. Как только первое место левое во втором матрице закрылось и правое, в накопление появилось 6 тысяч. Вы попали в третий уровень или матрицу. Итого то же самое, 5-6 человек вы в третьем уровне. И здесь самое интересное. Правая, левая нога закрывается, 6 тысяч распределяются следующим образом. 4500 чар идет вам на выплату, и один клон идет в помощь вашей команде в первую матрицу. Вторые 6 тысяч распределяются так. 4500 идет вам на выплату. Рефералка первая линия получает 1000 чар. И вторая линия получает 500. Что на сейчас, вот что сейчас говорила Ирина. Что человек, у человека закрывается правое плечо или нога. Он получает 4500 чар выплаты. А его наставники, первый и второй, получают реферальную выплату. Итого у вас накопилось 9000. 1500 вы выводите и активируете самый вкусный платиновый уровень, где сумма активации 7500. При закрытии левой и правой стороны 7,5 и 7,5 в сумме накапливается 15 тысяч. И вам система автоматически открывает вторую матрицу. Ваши партнеры двигаются за вами. Либо перелив. Может, это будет клон от вышестоящего. Может, перелив от вышестоящего. Как только у вас левая и правая сторона закрывается, 15 и 15 тысяч, в сумме дают 30. И вы автоматом уже в третьей матрице. В третьей матрице. Также при закрытии левой и правой стороны 30 и 30 тысяч, в сумме дают 60. И вы уже в четвертой. Все, это конечный путь. Четвертая матрица. Где вы получаете 60 тысяч, распределение идет так. 50 тысяч идет вам на выплату по биткоину. И один клон в М1. Вторые 60 тысяч, правая сторона. 50 тысяч идет вам на выплату. 6150 получает ваш наставник. 4150 чар получает его наставник. И 2150 чар получает
наставник наставника. Получается на три линии вверх рефералка. И здесь не указано, 50 чар единственный раз идут на развитие данного сообщества. Все. Это есть маркетинг. При прохождении с 50 чар вы зарабатываете больше одного битка. Или там порядка 150-160 тысяч чар. В принципе, все. Теперь я жду от вас вопросы. Можно вопрос? А можно еще раз? 5-6 человек получается. Пожалуйста, повторите. При закрытии любой, да, вот медной, серебряной. Можно еще раз, пожалуйста? Смотрите, чтобы попасть вам на выплатные места, а выплатные у нас места, это третья матрица, что в меди, что в серебре, что в золоте, нужно 6 человек. Для того, чтобы закрыть медный, нужно 14 бизнес-мест. Серебряный, 13 человек, один клон, итого тоже 14 бизнес-мест. Золотой, 14 бизнес-мест, так как там еще один клон, ну 13 человек и один клон. И получается платиновый уровень, чтобы закрыть, нужно 27 человек, один клон. Спасибо большое.